Новый год уже на носу, а это значит, что самое время поднимать себе настроение и готовиться к празднику. Сегодня в столице Чувашии прошла благотворительная елка для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Снежинки, мушкетеры, принцессы, Дедушка Мороз и Снегурочка и даже живые смайлики. В центре творчества Калининского района появилась настоящая сказочная страна. И каких только жителей не было на этом новогоднем празднике. Хороводы вокруг елки водили взрослые и дети. Цель одна – создать детям праздничное настроение, сплотить деток, чтобы они подружились, познакомились друг с другом, ну и получили от сегодняшнего дня удовольствие. На празднике юных жителей Чувашии ждало немало сюрпризов. Новогодние представления, различные конкурсы и игры, ну и, конечно же, сладкие подарки. Новогодняя сказка на этом не кончается. Ребят ждет еще немало интересных представлений.